Буррата, моцарелла, страчителла и все это по итальянским технологиям. В Октябрьском работает производство сыров, которое изготавливает 19 видов этого молочного продукта. В каком режиме сейчас работают сотрудники предприятия, узнавала наша съемочная группа. Для многих предприятий введение масочно-перчаточного режима стало существенным изменением в привычный уклад рабочего дня. Но для сотрудников сыроварни это обязательные атрибуты в любое время, независимо от эпидемиологической ситуации. Без соблюдения санитарных норм работа на пищевом производстве невозможна. На нашем производстве ничто не поменялось в связи с новыми требованиями санитарных норм. Единственное, что по просьбе Роспотребнадзора, у нас добавились экраны на сотрудников. В том, что предприятие работает по антивирусным стандартам, лично убедился Владимир Ужицкий. Глава округа осмотрел производство и ознакомился с деятельностью и продукцией компании. В данной сыроварне, в поселке Октябрьский, по качеству абсолютно не уступает каким-то европейским стандартам сыров. Неважно, Италия, Швейцария, потому что здесь все технологии выдержаны, сырье, качество высочайшего уровня. Все это берется из наших ближайших фермерских хозяйств. Во время пандемии предприятие не останавливалось. Напротив, руководство компании за последнее время значительно расширило линейку производства. Кроме итальянских сыров, здесь изготавливают сливочное масло, соусы и паштеты по собственной рецептуре. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.